рубль, он обесценивается, поэтому в магазине придется покупать гораздо дороже, ну даже ту же картошку, потому что для картошки нужны удобрения. Удобрения покупаются там сейчас в Турции. Ну, в общем, за это надо платить валютой. Туркам они рубли не нужны вообще. Рубль вообще никому не А нужен. кому, хотела сказать, кому рубль нужен уже? Никому. Никому, не, рубль вообще никому не нужен. Да, поэтому я думаю, что это очень серьезный сигнал. Ну, конечно, там, скажем, я понимаю, что Путина это может не остановить, потому что, ну, у человека уже по инерции, как бы, да, у него уже там крыша едет и едет, и все, она уже это не остановишь. Но я думаю, что будут серьезные последствия. Я думаю, что будут очень серьезные последствия. Будут голодать, да, О, в итоге да. будут голодать. Российское общество в итоге будет голодать.